то, что получаем. Ну, за него кто топит в основном? Пожилые бабушки и дедушки, те, кто уже давно на пенсии, которые ушли по советским канонам, когда это было положено им на пенсию. Потом они еще смогли подрабатывать лишнюю копеечку. А нам выкатили вот это предложение с пенсионным, да, вот с этой сейчас с пенсионной реформы работать до кладбища. Все, на самом деле, мы просто будем работать за голый оклад до кладбища. Неужели эти люди не понимают, те, кто голосует каждый раз за вот это вот все, за этот беспредел в стране, что они уготавливают своим детям и внукам? Это просто ужас. Спасибо им огромное. За то, что мы теперь мало того, что мы теряем после 50 лет работы, у нас по всяким разным причинам пытаются выжить с рабочих мест, потому что нам молодые наступают на пятки. Так мы теперь еще должны до 60 лет сидеть просто без копейки денег. Хотя мы точно так же, на таких же основаниях, как и они прежде, мы точно так же работаем и платим налоги. Но почему-то вот им вот так вот, а нам так. По какой причине, я не знаю. Почему наше поколение, вот наше поколение, те, кто родился в 60-е годы, мы прожили 90-е годы. У нас не было никаких пособий. Мы в этой яме прожили, мы выгребли из нее сами за свой счет. Детей сами кормили. Никаких пособий мы не получали, никакой поддержки от государства. Сейчас нас отправили на пенсию, бог знает во сколько. Сейчас мы теряем рабочие места. Но почему-то, а молодым теперь, да, молодым помогают, и тем помогают. А наше вот как в яму провалилось поколение. Ни помощи, ни поддержки. Все, что я могу сказать.